помним и слушали. По-моему, хороший трек. Ну, как минимум, неплохой. Sadness, по-моему, тоже слушали. Мы слушали, да? Shiny God мы точно слушали. А Sadness тоже, по-моему, слушали. Но что-то я его не очень помню. Слушали оба, да? А, ну окей, да. Окей, окей. А, может, я год запомнил, потому что, типа, там, вот эта вся козлинская тема, типа, она, типа, настолько сейчас пошла многими треками, да? Окей. Реакцию. Нет, я, к сожалению, пока не смотрю, обязательно посмотрю, как плохой парень смотрит, да. Вот, к сожалению, пока никак не было времени. Гляну обязательно. Респект, да, артистам, которые интересуются нашими движухами. Так. Так. Ничего тут нету, да? Давайте послушаем. Еще один шанс. И пишечка из 6 треков, 2 из которых мы слушали. Ну и они довольно неплохие, крепкие. Довольно неплохие треки. Еще один шанс. Слушаем. Дай мне еще один шанс. Не надо лишних фраз. Отдай мне всю себя. Только давай оставим грязь. Я знаю, ты любишь грязь. Но давай не сейчас. Оставь на следующий раз. Но сейчас отдай себя. Просто сейчас отдай мне себя. Я знаю, мы знаем то, что ты любишь меня. А я тебя. Я не хочу тебя видеть с кем. Не с кем, кроме себя. Знаешь, что я потрачу на тебя весь свой папа. Знаешь, что я прыгну с тобой в тачку без крыши дроп-топ. Знаешь, что у меня нету тормозов, I can't stop. Ради тебя и только лишь я соберу эти рубли. Оставь эту грязь, пока рядом со мной прошло много времени терялить. Я не то, что раньше скажу, я тебе на все надеюсь, ты меня услышишь. После как уеду, знаю, тебе наскучит, ты знаешь, что ты мне напишешь. Но вернусь ты скоро, просто чтоб вернуться, мне нужно собрать эти тысячи. Дай мне еще шанс, дай мне еще себя. 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 Дай мне еще шанс. Дай мне еще один шанс. Не надо лишних фраз. Отдай мне всю себя. Только давай оставим грязь. Я знаю, ты любишь грязь. Но давай не сейчас. Оставь на следующий раз. Но сейчас отдай себя. Просто сейчас отдай мне себя. Я знаю, мы знаем то, что ты любишь меня. А я тебя. Я не хочу тебя видеть с кем. Ни с кем, кроме себя. Знаешь, что я потрачу на тебя весь свой папа. Знаешь, что я прыгну с тобой в тачку без крыши дроп-топ. Знаешь, что у меня нету тормозов, I can't stop. Ради тебя и только лишь я заберу эти рубли. Вот это, в принципе, тот случай, вот когда мы слушали в начале стрима трек Faded, да, по-моему, Faded, или как, не Faded, а Faded, блядь, это называется, как мы слушали. Ла-ла-ла, блядь, как я уже забыл, блядь. А вот, Loner, да, Loner мы слушали. Блядь, сейчас.
Бам-бам-бам-бам-бам. Так. Да, вышел покурить, короче, я. Вышел покурить, бля, пиздец, точно. По поводу звука, да? Лоунер, да, или как этот артист, которого мы слушали? Так. Да, Лоунер, да. Вот здесь есть качество. Здесь есть качество работы со звуком. Так, качество работы со звуком здесь есть и разнообразие. Да, это за это респект. Вот это, честно говоря, предприпев не очень зашел. В целом, по треку надо еще раз его прослушать. Еще один шанс этому треку дать. Треку еще один шанс. Да мне еще один шанс. Не надо лишний фраз. Отдай мне всю себя. Только давай оставим грязь. Я знаю, ты любишь грязь. Но давай не сейчас. Оставим на следующий раз. Но сейчас отдай себя. Просто сейчас отдай мне себя. Я знаю, мы знаем то, что ты любишь меня. А я тебя. Я не хочу тебя видеть с кем. Ни с кем, кроме себя. Знаешь, что я потрачу на тебя весь свой квап-квап. Знаешь, что я прыгну с тобой в тачку без крыши дроп-топ. Знаешь, что у меня нету тормозов, I can't stop. Ради тебя и только лишь я соберу эти рубли. Оставь эту грязь, пока рядом со мной прошло много времени терялись. Я не то, что раньше скажу, я тебе на все надеюсь, ты меня услышишь. После... Очень неплохо. Вот пишет чаще, что дроп типа не хватило. Вот здесь нормально, нормальный дроп. Тут нормальный дроп, вполне себе не нормальный, нормальный дроп. А здесь очень хорошая ритмика, начинает он очень разнообразно. Не знаю, годный трек. Годный трек. Как уеду, знаю, тебе наскучит, ты знаешь, что ты мне напишешь. Навернусь ты скоро, просто чтоб вернуться, мне нужно собрать эти тысячи. Дай мне еще шанс, дай мне еще себя, дай мне еще шанс. Вот тут такое себе. Дай мне еще шанс, дай мне еще себя, дай мне еще шанс. И тут мы можем вступать смело. Дай мне еще шанс, дай мне еще себя, дай мне еще шанс, дай мне еще шанс. Дай мне еще один шанс, не надо лишних фраз. Отдай мне всю себя, только давай оставим грязь. Я знаю, ты любишь грязь. Это не очень удачный парт. Нормальный трек. Нормальный трек. Как бы каких-то особо слабых аспектов я в нем не вижу. Нормальный ровный трек. Сказать, что это как хитовая какая-то работа хорошая. Нет. Крепкий, крепкий. Просто крепкий трек. Да. Душит. Следующий трек. Посмотрим, задушим мы его или нет. Baby. Да, вот тут мы услышали только что. Так, подожди. Сейчас я заново запущу трек. А, тут не было, да? Я думаю, я неужели не увидел? Продюсер Бай, не увидел я кто. Заново трек запускаем, душит. Она меня душит, больше не нужен. Она меня душит, больше не нужен. Она меня душит. Больше не нужен. Она меня душит. Больше не нужен. Душит. Больше не нужен. Она меня душит. Больше не нужен. Пару рэпщины глили у неё. Одна на телефоне, вторая подозрёт. Больше не нужна. Ты по неё стала. Улыбка на твоём лице больше не моя. Она меня душит, жопит, скажи мужу. Соскучилась, написала через пару недель. Она меня душит, больше не нужен. Она меня душит, больше не нужен. Она меня душит, больше не нужен. Она меня душит. Знаете, есть, по-моему, тут... По-моему, тут бит не очень грамотно отмастерен. Такое ощущение, что некоторые моменты сильно вырываются. Вот эти ударные, гличевые удары, да, они такое ощущение, что они чуть-чуть вбиваются. Вот именно отмастерен, да, по-моему, плохо битос. Больше не нужен.
Трек сам по себе по структуре очень крутой. Сильнее, чем первый трек. Прикольный. Ну, в целом прикольный трек. Прикольный трек. Необычно. Необычно. Она меня душит, больше не нужен. Нет. Она меня душит, больше не нужен. Она меня душит, больше не нужен. Она меня душит, больше не нужен. Нет. Душит, больше не нужен. Охуенная структура, вообще задумка, дико просто круто сделали куплет, вообще, вообще очень сильно сделали. Не знаю, по звуку, как будто бы что-то не то, что-то то ли выпирает, не знаю, может просто непривычно, ладно, пусть так будет, потому что если бы это было на что-то похоже, лучше не надо, да, окей, блять, это прикольно, куплет замечательно сделан, структура шикарная вообще. Не передушнили, ничего, вот прям четенько, 1.40, базару нет. Через пару недель. Да нет, топ. Она меня больше не нужен. Она меня душит, больше не нужен. Она меня душит, больше не нужен. Супер, другие мои, супер. Этот трек интереснее. А, скажем так, еще один шанс. Этот трек ровнее, в том плане, что типа, ну, он более понятный, его гораздо легче слушать, но он менее интересный. Трек душит, он душит, и это круто. Охуительный комментарий, да, мне тоже понравился. Слушаем, недоступен. Майки. Снова и снова меня душит паранойя. Я теряюсь препаратов, я теряюсь в алкоголе. Я возьму телефон, наберу твой номер и услышу, как обычно. Абонент временно недоступен. Абонент недоступен. Опять шрама, все руки. Ты нашла счастье в муке. Абонент недоступен. Я прожду еще сутки, чтобы получить ответ. Полный пиздец. По звуку плохо, по эмоциям как-то тянешь. Прям, ну, вообще, короче, не, это мимо. Короче, уровень этого трека с предыдущими вообще не сопоставим. Перезвоните позже. Ждала тебя так долго и не получил его. Ждала тебя так долго, его получил другой. Если ты знала, насколько мне не похуй. Тебе, наверное, бы захотелось, доктор. Абонент, я кричу своей стенеке.
хочешь работать со мной, я возьму с тебя большой процент. Говорят, желудок, что было спокойно. До звонка на твой номер, чтобы услышать снова. Перезвоните позже. Да, да. Вот мы этому треку так говорим, да? Вот так даже. Вот мы этому треку говорим, перезвоните позже. Слушаем Sadness трек, который мы слушали уже, да. Выход в город, да, Блэшков? Я очень грустный, хожу по улице, смотрю вниз. Приди ко мне, спасу тебя от дождя. Когда закончится все, я достану на карниз. Я буду падать и вспоминать тебя. Я очень грустный, хожу по улице, смотрю вниз. Приди ко мне, спасу тебя от дождя. Когда закончится все, я достану на карниз. Я буду падать и вспоминать тебя. Я не забуду то сияние твоих глаз. У меня есть ты, мне не нужен этот газ. Хочу все забыть и встретить тебя еще раз. Я не доверяю этим брокам, I don't trust. Компрессор сжимает мое сердце изнутри. Если ты не веришь, парень, просто посмотри. Если не поднимешь этот вес, ты просто крип. Если не ответишь за слова, то ты блип. Добротивный от таких, как ты. Вес твоей любви только когда у тебя болты. Но мне не похуй, я возьму тебя на ночь. А потом встаю, ты скажешь, я сволочь. Все твои секреты видно в объективе. Все твои секреты я давно спалил. Не осталось ничего, кроме фальши и зла. Я так хотел, чтоб ты простила, но ты не смогла. Очень грустный, хожу по улице, смотрю вниз. Приди ко мне, спасу тебя от дождя. Когда закончится все это, стану на карниз. Буду падать и вспоминать тебя. Осуждаем всем селом, безусловно. Очень грустный, хожу по улице, смотрю вниз. Приди ко мне, спасу тебя от дождя. Когда закончится все это, стану на карниз. Я буду падать и вспоминать тебя. Я заберу тебя еще на каждый, что останешься у подруги моей. Ее аромат духов меня так... Бля, ну как же он в личами, прям вот просто пиздец. Я не знаю, там без причины. Я готов думать о ней. Я заберу тебя еще на каждый, что останешься у подруги моей. Ее аромат духов меня так... Я готов думать о ней целыми днями. Я всю жизнь играю, то я проебал. Теряюсь дым, вечный рутин. Кинул полпила, проблемы уплыли. Но не надо, лишь на полмиль. Выйдя в сознание по новой картине. Дизайн на мне, на мне. Она на мне, ведь Никита скоро фейм. В сумке, на досу. Пару таблов, Филипп Лэйн. Я заберу тебя. Останешься у подруги моей. Ее аромат. Я готов думать о ней целыми днями. Я готов думать о ней, спать о ней, если
Сатяни, охуенно. Короче, это, ну, это перебор, короче. Это просто как звукарь, просто такой, бля, а попробую-ка я вот так вот. Да, о, типа, а чё, вот тут вот это есть? А можно так сделать тоже? Бля, давай все так сделаем. Нет. Если уходить из жизни, то рот я с тобой. Ничто не заглушит во мне мою боль. Закрываю глаза и заливаю алкоголь. Если жизнь играет, то я проебался на соль. Я молодой. Вот так мы хотим сказать касаемо предыдущего трека. Я молодой. Мне кажется, пока Шайн не нащупал своего звучания. Мне кажется, он, ну, пока пробует. Пока пробует. То есть сформировавшийся продукт, прям типа пиздец, вау. Пока, к сожалению, я в целом не вижу. Есть просто неплохие треки, да, вот. Неплохие треки. Вот душит, да, прикольный трек по звучанию. Но опять же, он как-то... Вроде идеями полон он, вот куплет там шикарный просто вообще. Я бы вот его выделил, даже не треки, вот, которые мы слушали, да, типа Go with Sadness, а вот именно Душит я бы выделил. Но по звуку как-то все равно хуй пойми. Не знаю, бля. Хуй пойми, вот честно. Формируется прям сильно он, как бы, пока еще, и, типа, я даже не знаю, да, вот. Мне кажется, где-то он не дотягивает сам. Как в треке «Недоступен», например. Где-то тот, кто ему сводит, звукарь, да, так сказать, перебарщивает, выпирает эти гличи просто, вот, и вот эти протяги, которые, ну, так кринжово звучат, просто пиздец. Понимаю, что все подряд можно под стиль, ну, типа, это его индивидуальность. Ну, ладно, хорошо, как бы. Тут мы скрипы оценивали, да, альбомчик на 4 атмосферу. Хуй понять, короче. А, сверху написали.
Звукарь, который EP Shiny сводил, позорный чел пиздец. Отдавал ему трек на сведение, просто гличи накидал без ручных коррекций, особых обработок и т.д. 5 косарей за свидос, платишь, в итоге получаешь. Спасибо тебе, дружище, за твой комментарий. Не знаю, насколько это правда. Не хочется дискредитировать того, кого я не знаю, о ком я ничего не знаю, лишь просто по одному комментарию на Твиче. Я сейчас такой, да, значит, вот. Ну, типа, я не буду это комментировать. Если это правда, ну, то, типа, вот мы услышали, да, мы примерно это услышали. Вот. Если вдруг это не так, и это просто дискредитация чувака, какие-то инсинуации в его сторону, да, сорян, чувак, да, ну, блядь, я услышал именно то, вот то, что вот человек написал в комментарии. Пиздец просто. Не знаю. Пусть сам артист, как бы не артист, а тот, кто сводил, как бы, да, вот, ну, типа, если ему интересно, он вот ответит на вот этот комментарий, да, IceFice132, который написал. Ну, да, я вижу, что это такое, блядь, честно говоря. Еще выше, да, он писал там, отдал ему трек на сведение, гличи накидал без обработок особых, типа позор ебаный, дэби ваш. Ну, типа вот, как бы, да, вот, видимо, есть какой-то опыт работы, хуй знает. Ну, в общем, атмосфера 2-3 балла, пиздец, честно, вот, реально. Sadness God, ничего, да, пойдет. Душит нормально. Ну, я думаю, что троечку можно поставить, да. Хотя, блядь, за все подряд, вот. Не знаю, блядь, 2 или 3 балла, хуй знает. Ну, в принципе, первый трек нормальный, второй интересный, да. Sadness God пойдет, типа, да. Ну, тройка, да, тройка, пусть будет тройка. Тренда за популярность 4 балла. Потому что все-таки это не классический гиперпоп, тут хуй вот туча гличей, да. Поэтому четверка все-таки. Это вот, ну, типа жанры вот года, да, этого, скажем так. Реализация выбранного стиля в общем. Что касается и звука в том числе, потому что в этом стиле очень важна работа звукорежиссера, да, блядь, звукаря, пиздец. Поэтому в общем... За альбом. Хорошо, 7. Индивидуальность и харизма. Где-то неплохо. В общем, я думаю, тоже 7-8. Типа, хуй его знает. Хуй его знает. 6, наверное, даже учитывая стиль. Не знаю, блин. Клипы смотрели мои платины и облы. Или в кристалл, да. Структура ритмика, вот, допустим, за трек «Душит» я 10 баллов готов дать. Так, в целом, ну, восьмерочка, наверное, за структуру. Как-то так, блин. Рифмы или образы. Блять. В рамках стиля, да? 7, наверное. Хуй знает, бля. Пятьдесят один балл. Ну хорошо, можно 7 поставить здесь. Значит, слишком, наверное, занижено будет. Ну вот так.
То есть такие треки, как «Недоступен», пиздец, заруинили. Я теряюсь дым. Ее аромат. Я готов думать о ней целыми днями. Это тоже прям со звуком что-то не то, пиздец. 53 балла, короче, альбом. Получается, какие-то треки мы уже оценивали, поэтому лучше я выбирать не буду. Я рекомендую присмотреться артисту на трек «Душит» и работать в этом направлении только с правильным звуком. Вот так вот, другие мои. Вот так вот. Так, давайте сейчас оценим пару треков.